Ну, это возможно. Вот большинство стран вообще не имеет двойного гражданства. Понятно, что это было при Ельцине тогда принято, это, так сказать. Но я не очень представляю, как это можно практически сделать, уведомление о втором гражданстве. Я просто не очень представляю, как это вот приходить, уведомлять, как это можно проверить. Это можно, наверное, проверить в отношении каких-то персон, которые вызывают особый интерес у государства, но в массовом порядке, наверное, это все сложно, сложно проверить. Я лично не вижу себя гражданином никакой другой страны, если мне взбредет такая экзотическая мысль, или если меня выгонят, мне придется, но я тогда откажусь от одного гражданства. Я думаю, что это как-то... Ну, с другой стороны, я не могу сказать, что у меня что-то есть такое осознанное мнение по этому, на эту тему. Я вообще не очень много думал об этом, как я отношусь к этому.